Саме зараз з нами Валентина Ткаченко, голова обласного благодійного фонду «Доброта і довіра». Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго утра. Ну, давно ми з вами не бачились, у лапках, звісно. Тому зараз хочеться нагадати, про яку тему ми з вами спілкувалися, і цю тему хочемо продовжувати, щоб дізнатися, як взагалі просувається ваша благодійна акція, на якому вона етапі, як у вас успіхи взагалі. Ну, для початку би хотіла сказати, що доброе утро всім нашим горожанам, да? Мне вот приятно в плане того, что уже потихонечку подкрадывается эта зима, там новогодние праздники. Вот как-то, знаете, уже начинает потихонечку ощущаться, что уже все ноябрь заканчивается, люди начинают суетиться в преддверии этих всех праздников. Предновогодние лекарства. Да, вот эти вот мандарины, смотрите, начали появляться, вот эти вот конфеты подарочные, да, с Новым годом, с Дедом Морозом. Там. То есть это уже как бы знак того, что уже скоро оно все уже будет. Свято наближается. Да, и, конечно, в такие праздники первым делом, чем мы заботимся о наших детях. И наша акция, конечно, настроена на что? На наших детей. То есть каждый год, каждый раз мы пытаемся менять категорию детей, но это основная наша часть, это только дети. Наша акция была заключена в этом году, что дети написали письма, мы их сюда приносили в эфир. Мы эти письма уже давно выложили в интернете, да, и постим на Фейсбуке, ВКонтакте, вот сюда к вам приходили на телевидение, приходили на 35-й телеканал, то есть максимально пытались донести до людей, что у нас есть детки, детки это непростые, детки, которые нуждаются в том, чтобы просто на них обратили внимание. Есть такие трогательные письма, что дети не сколько там что-то просили для себя, они просто желали мира, добра, они пытались о себе рассказать и донести, что они есть, и чтобы их как-то пытались заметить. Ну, так как эти письма все-таки были предназначены Святому Николаю, потому что каждый человек мог стать этим волшебником, этой феей, и там, этим эльфом, я не знаю, как еще можно назвать этих людей, что человек, прочитав то либо иное письмо, которое бы ему понравилось, мог бы приобрести и подарок для того либо иного ребенка. Сначала нашей программы мы рассказали, что у нас будет два этапа. Первый этап – это у нас были дети Антоновской школы-интерната, это дети-сироты. Это находится очень далеко, Новодесский район, что туда мало кто приезжает, выезжает. И каждый год мы к ним приезжаем, они с удовольствием нас ждут. Это мы везем концертную программу, аниматоров, ведущих. Это наша малышня едет для них, танцует, поет. Знаете, это вот просто действительно мы везем сначала праздник, но и, конечно, в заключение всего – это их недолгожданные подарки, которые они уже верят и знают, что чудо есть, волшебники есть. И они ждут этих волшебников уже каждый год. В этом году мы взяли второе, на втором этапе это новых детей. Мы же каждый раз на второй этап мы всегда меняли. Это были дети онкологии, дети папы, у кого пропали или умерли в АТО. Это были дети-сироты, кролы, которые здесь могли бы быть на опекунстве. В этом году у нас это дети особенные. Все знают, что мы не называем детей инвалидами-инвалидами. Угу. Это особенные дети. Потому что они, каждый по-своему особен, независимо от его заболевания, либо его диагноза, ребенок, он и остается ребенком. Он понимает все, он отдает все. Эти дети, мне кажется, даже иногда больше воспринимают и могут, и вот отдают теплы, как-то такой, теплоты, вернее всего, и душевные какой-то такой вот чуточки свои окружающим, что они, ну, как бы сказать, они ждут от нас, что мы то же самое, вот они готовы для нас полностью раскрыться. Мне хотелось в этом году вот взять этих детей, мы взяли. Это будут дети-инвалиды с разными категориями, есть ненадомники, которые очень тяжелые, но это все обратно же дети, и они обратно пишут письма, и они обратно ждут подарков. День Святого Николая уже совсем близко. Хотелось бы узнать, на каком этапе, какие еще моменты осталось завершить, чтобы праздник действительно удался. Ну, во-первых, хочу сказать большое спасибо нашим волшебникам, которые уже не первый год с нами. То есть ваша телекомпания, да, вот мы на радио выходим, но особенно телекомпания, мы еще как-то начинали. Еще на радио в пятницу побачимся. Да, что вот мы начинали, и Маша Трегуба, и Мария Савицкая, мы вот приходили к ним на первые эти программы, и они начинали... Первыми брали детей, там первые подарки шли, как говорится, отсюда, что они поддерживали уже в этом плане нас. Писем было очень много, практически 260 детей. На сегодняшний момент у нас, скажем, висят с первого, со второго этапа где-то детей 70. Потому что максимально те, что были уже волшебники, они уже знают, они уже ждут этих детей. Некоторые даже уже ждут обратно же этих детей, потому что они бы хотели продолжать каждый год вести этого ребенка. Ну, мне просто как-то очень, как сказать... То, что обидно, но как-то странно, что вот николаевские вот люди как-то очень мало отозвались. Отзываются просто, отозвались немножко простых людей, ну вот сколько мы там перепостили, да, я вот я отмечаю в постах там крупные предприятия, организации, наших депутатов, управления власти, там облсовет, горсовет, то есть как бы нету пока ни одного волшебника с этой то стороны. То есть 70, около 70 вакантных мест волшебников еще свободно. И да, все, кто я бы хотела это сюда нести, что
понимаете, что эти дети верят, верят в то, что их письмо прочтется, и, скажем сказать, там подарки не настолько дорогие, но они настолько желанны для этих детей, и вполне возможно, что для некоторых детей это будет последний подарок, потому что некоторые дети идут на операцию. Родители у инвалидов очень, скажем, достаточно в бедном состоянии, что они не смогут купить такой подарок, который бы ребенок хотел, в пределах средней какой-то суммы. Потому что я знаю, что у меня сама была мама инвалид, и я знаю, что это такое, когда ты рассчитываешь денежку на лекарства каждый день и на какую-то реабилитацию, и ты не можешь позволить отклониться от того графика, в котором ты уже живешь. А детки желали там и светильники какие-то, машинки на пульте управления, самолетики на пульте управления, сумки, постель, то есть, это, скажем, такие... Самые обычные вещи, которые хочет ребенок. Да, самые обычные, кто ребенок, да, то есть это все-таки просто ребенок. А иногда письма трогали, что, допустим, он живет с бабушкой, мама очень часто болеет, что он просто бы хотел теплое одеялко, потому что он живет с бабушкой, бабушка протапливает печку только ночью, и ему очень холодно. То есть... Вот я бы хотела, чтобы люди читали эти письма. Хотелось бы для тех, кто нас слушает, возможно, тех, кто еще не видел и не знает, куда они могут обратиться, для того, чтобы почувствовать себя волшебником, услышать еще раз. Всегда нас можно найти в Фейсбуке, ВКонтакте. Я максимально пытаюсь разложить и пишите мне в личку, выставила номер телефона. Тобто Валентина Ткаченко в интернете або фонд «Доброта и довіра», хочется нагадать. Многие знают, что мы работаем при 34-й школе, это находится на Лягина 26, это напротив городка сказки, это центр. То есть наш там находится там зал, где наши детки обучают. Там всегда есть наши тренера, либо я, в принципе, всегда, которая контролирует этот процесс, можно меня там везде найти. То есть, так как у нас очень многие все мобильные, в этом плане, то есть Facebook, контакты, Viber, то есть, это всегда можно связаться, всегда в интернете это все открытая информация, всегда можно, вот он говорит, я хочу взять этого ребенка. Я раз подняла это письмо, прислала ему, чтобы он еще дополнительно просмотрел, прочел с учетом возраста этого ребенка и всего остального. Знаете, у меня были такие необычные, хочу поделиться, желание письма, и у нас есть уже меценаты, которые с нами работают, люди, уже третий год, и я просто на двух примерах хочу сказать, что был ребенок, инвалид, то есть ему нужен был велотренажер специально для инвалидов, для того, чтобы разрабатывать ноги, потому что он хочет встать, то есть он не теряет надежду. И вот у нас одна IT-компания, которая с нами уже работает, нам всегда говорят, 30 детей, 40 детей, они между собой, на весь коллектив. Коллективные волшебники. Да, коллективные волшебники, и не только с нашего города, у них есть отление немножко в других городах, и поэтому они максимально берут, пришли, полсписка каких-то взяли, мы забираем, потом уже потихонечку между собой. Это замечательно, на самом деле, когда такие добрые дела еще и объединяют города, и не просто еще людей. И вот они решили сделать такой достаточно дорогой подарок, купить этому мальчику этот тренажер для того, чтобы он действительно разрабатывал ноги, и вполне возможно, что он все-таки станет из инвалидной коляски и будет ходить. Также у нас было такое желание необычное, что у нас есть мальчик-поклонник Зеленского, 95-й квартал. Да, вот такие, насколько необычно, действительно, нужно читать, что он бы хотел, у него мечта попасть к нему на концерт и пообщаться с Зеленским. Вы знаете, что все-таки, как говорится, что... наши пути пересекаются, где-то там есть наверху какой-то лучик света, который нас направляет. 95-й квартал связался с нами. Он видел посты-перепосты. Кто-то из наших волшебников прямо ему написали, до организаторов, которые... И вот с нами связался 95-й квартал и сказал, мы 20 декабря мы будем выступать в Николаеве. Мы приглашаем этого ребенка себе на концерт, и у него будет возможность пообщаться. То есть вы понимаете, что это для ребенка это все. И что наши все-таки посты и это желание доходит до того, чего должно было, до цели. Самое главное для детей с ограниченными возможностями, мне кажется, такая вера дарит ему веру в себя. В первую очередь. Он сможет потом больше, что он просто, вы знаете, это просто подталкивает на то, что поверит, что у него все получится, если что-то сильно загадать, что-то сильно пожелать, он прибавляет силы к тому, чтобы дальше идти. Это шаг, который мы можем подарить какому-то ребенку, поверить во что-то, поверить в человечность, получить долгожданный подарок и сказать, что действительно существует Святой Николай. А окрім подарунків для дітей, якось ще можна допомогу якось зробити благодійні акції, може ще якісь методи? Може, не знаю, окрім репостів, звісно, в інтернеті. Прийняти участь можна. Ви можете прийти на концерт, посмотрите, во-первых, этих дітей. Тобто, коли буде концерт? Ми вже оповіщали, ще раз говорю, що ми вже определилися з датами 17 числа, 17 декабря, це буде субота на 12 часов в ДК «Экватор». Ми будемо робити для второго етапу, це дітки-інваліди.
концерт, где полностью наш фонд представит новую программу своих детей, новые концерты, новые детки, новые костюмы, которые мы вот сейчас расшиваем вручную. Это очень такая трудоемкая работа. Я открою такой секрет, что даже будут те детки, которые тоже особенные. Я больше чем уверена, что в группе работы, где мы вот продолжали какое-то время их создавать для них специальную программу и внедрять их в группу, что если они выйдут на сцену, вы даже не поймете, что это особенные дети, потому что они танцуют и работают на уровне всех. И я такими родителями, такими детьми просто горжусь. Валентина, ще хочеться, щоб на останок ви догадали, які ж крайні строки акції, коли останні дати, коли можна купити подарунок? Ну, хотілося б, щоб люди все-таки підключилися, помогли, що до 10-го, от ми закриваємо, хотілося б до 10-го закрити, тому що залишається менше, ніж неділя, тому що потрібно буде ще закупити сладості, якісь соки, якісь там конфетки, тому що все одно ребенок, він завжди залишається ребенком. Будуть приглашені гості, і хотілося б всіх, хто приїде обратно з дітьми, тобто в кінці концерту тих діток теж одарити всі цими сладостями. Ну, в першу чергу, донести до людей, що дети есть, и что, и как у нас на фонде, и поза фондом, они требуют внимания. И не всегда это просто будет дорогой подарок. Это просто прочитать это письмо и узнать, что этот ребенок есть. Ну що ж, я хочу нагадати, що у нас був гостя Валентина Ткаченко, голова обласного благодійного фонду «Доброта і довіра».